Дистанционно управлять квартирой учатся челябинцы. Компактные камеры наблюдения можно поставить в комнатах за пару минут и потом следить за домом со смартфона, проверять, чем заняты дети или домашние питомцы. А еще не забрался ли в квартиру вор. Все подробности в нашем сюжете. Эту белоснежную красавицу зовут Умка. Как уверяет хозяйка кошки Анжелика, далеко не всегда ее любимый питомец покладистый и послушный. Как только Умка остается дома одна, начинает хулиганить. Когда меня нету дома, я могу следить за ней, все ли с ней хорошо, не творит ли она тут каких-нибудь беспределов без меня. Приложение работает просто идеально, можно сказать. Анжелика Лис установила в квартире видеонаблюдение от компании Ростелеком. Через приложение на смартфоне или планшете хозяйка наблюдает за Умкой в любое время и может быть спокойно, что дома все в порядке. При этом картинка будет четкой даже в темноте. Небольшая дизайнерская статичная камера, которая предоставляет видеозаписи в разрешении Full HD, высокое разрешение. Все эти записи хранятся в облачном хранилище. Соответственно, доступ к ним пользователь может получить в течение нескольких дней, даже недель, к тем или иным моментам записи. Может также просматривать онлайн с любого устройства, из каждой точки мира, где есть интернет. Установить систему видеонаблюдения можно самостоятельно. Настройка камеры занимает всего несколько минут, а сама она достаточно компактна, так что удачно вписывается в любой интерьер. Павел Зорин, Егор Хвисюк, ОТВ.